Да, поехали. Значит, сегодня много загадочного. Подчеркиваю, загадочного. Мне нравится вас. Так, сейчас я посмотрю, минуточку. Ага, моя морда есть, есть. Так, все, ладно. Она непростая морда, она наглая. Сейчас убедитесь. Так, раскрываем одну из загадок. Я надеюсь, вам она понравится. Значит, вспоминаем. В прошлом году я набрался наглости. Вот, срезал десяток черенков сливы, которая не плодоносила, но на ней был очень крупный, загадочный лист, потому что я таких листьев не видел. Даже примерно сказать не то, что это такое, а даже примерно, что за вид я не мог сообразить. Я тогда взял, а обрезку бы надо делать, зная, что на следующий год будут плоды, обрезку надо делать предварительно, еще раз говорю. Все это должны знать. Маточный сад – это жертвенный сад. Сегодня не обрежешь, завтра щенков не будет. Помните, отрезали один, 3-4 получили. Каждый отрезали, теперь каждый из них 3-4. Пусть, скажем, он короче, но несколько лет хватает. Так. Вот. Это не те, что я получал верхушки вот эти вот. И сразу выбрасывал или проливал, и из 10 все 10 были мертвые. А здесь на полном серьезе. Срезал 10 черенков ради того, чтобы они дали вот такие на следующий год. И обычно 2, 3 или 4. Вот. А потом сказал, а давай-ка я продам. Кто-то наберется наглости или смелости и купит. 5 черенков выбросил, 5 купили. Проходит год, наконец-то первый урожай. Вы знаете, я был в шоке. Нет, не то, что они мелкие кажутся. Слаще ничего нет на свете, это я вам говорю. Я потом познакомлюсь со сладчайшими грушами, но это будет чуть позже. Вот первые три плода. Чудо произошло. Пять человек, у кого слива под названием «Слива загадка», не пролетели. А кто эти пять выкинул, это значит, кому-то не повезло, потому что не хватило смелости. Ну, 150 рублей в прошлом году. Я взял за наглость 150 рублей, брал за неизвестно что. Вот. Люди сыграли в лотерею. Поздравляю. Идем дальше. Следующая загадка. У меня есть несколько груш. Мне с них надо срезать черенки. Почему? Тот же принцип. Сегодня не срежу, завтра нечего будет срезать. А груши могут быть сладчайшие. Вот. Предлагаю следующую загадку. Я беру, так как я все равно не знаю, я с каждой из пяти таких груш, ну, присылают и говорят, во, будет случайше. Ну, плодов-то не было, пойди проверь. Это та же самая система. Если потом, в конце, там, где мы будем общаться уже, в конце мы переходим там, в ту комнату, там вообще, если хотя бы три человека скажут, хочу, вот, потому что обещают, что это будет вот. Значит, я вам черенки вышлю. Вот. А там дело ваше. Нет, я их отрежу. Уже не сейчас тогда срежу, а тогда срежу весной. И выброшу. Потому что я сам не знаю, что с ней будет. Но вот тут получилось, вот, как хотите. Это теперь на ваше усмотрение. Мало ли я получал десятки и десятки черенков, доводил до плодоношения, а потом брал топор. Ну, было? Было, а что делать? Ну, последние 10-20 лет я с мошенниками дела не имею. Последнего вспоминаю со Смоленска. Иногда долго плююсь. Есть еще один сибирский. Вот я о нем вообще молчу. Вот, потому что это давление сразу скачет. А так все ребята нормальные.